Ну там, смотри, ботинки фокусы, там кнопочка есть конфигурация, чтобы у них предметы Да, прыскались. там нажимаешь, чтобы она у тебя внизу в предметах появилась первая. Ага, давай. Потом жезл Тахатутя. Тоже в Это... конфигурации его тыкаешь, чтобы он внизу Оно появился. где находится? В силе, в скорости В атаки силе, я... да, там все в силе у него. Это жезл, чего? Тахатутя. Я знаешь, что могу тебе сделать, чтобы тебе было попроще взять вот так вот в Дискорд кидануть всю эту шнягу? Правда. Все выбрал. Чтоб ты визуально увидел. Жезл Тахатути. Дальше. Да я так, в принципе, разберусь, я просто не это. Ну смотри. Вот. Дальше там идет божественное разрушение. Такой, как Угу. типа Все. треугольник. Да. Нашел, да? Потом Угу. копье магов. Копье выглядит. Потом копье опустошения. Я полагаю, тоже как копье выглядит. Да. Угу. И камень изоляции последний. А ты эти сам делаешь это все или что? Да, сам. Я за него дофига играю. Я в PvP за него бегал раньше, когда сидел в смайте прям конкретно. У меня такой основной PvP-шный был. А тут под стандартный это бредово на самом деле. Стандартными играть не особо. И как эти амулеты можешь взять. Амулет покровительства, это который иммунитет дает. И в принципе, либо ужасающую эмблему, либо плащ медитации. Ужасающая Ну а эмблема, лучше она... что? Ужасающая Ну, эмблема ты и сам все? смотри. Просто ужасающая эмблема, ты, допустим, на тебя какой-нибудь ближник подбегает атаковать, ты юзаешь ее, и у него замедляется скорость бега. То есть ты от него сможешь как бы убежать. Вот. А плащ медитации, он тебе ХП восстанавливает. Вот, по талантам смотри, что там. Угу. Талант. Первая цепная молния жмешь. Ты сохранил эти предметы, да? Да, сохранил. Теперь заходишь в способности там рядышком и Да, выбираешь. способности. Ты просто говори цифру. 1, 2, 3, 4, там А, все. сейчас. Громче тебе сделал. Вот. Один, первая. Потом вторая, три. Третья, два. Нет, ты просто можешь цифры называть. Хорошо, давай сначала тогда. Один, три, два. Три, четыре, три, три, один, четыре, три, один, один, четыре, один, два, два, четыре, два, два, четыре. Вот, сохраняй. Смотри, как им играть? Кидаешь сначала щиток. По щитку кидаешь цепную молнию, это первый спелл, и она разбрасывается автоматически на всех, кто рядом. То есть после того, как она разбрасывается на врагов, третий спелл юзаешь и им дамажишь, получается. То есть не обязательно к ним вплотную подходить, то есть держишься достаточно на достаточно большом расстоянии, кидаешь им туда щиток и в щиток молнию первую цепную, и потом уже взрываешь тройкой. Когда она на всех простакается. Понял? Да. Все, сохраняю. Слушай, вот это, блин, прикольно. У тебя скин классный вообще, эксклюзивный. Мне знаешь, Ну, какой нравится спасибо. еще? Вот этот лимитированный красный, тоже неплохой. И вот новый какой-то эксклюзивный выпустили, видишь? Тоже неплохой, кстати, мне нравится. Робот, типа. Интересный. А я на Локи купил себе за, вроде, за 200, а не, за 9500 этих дней я покупал себе благосклонности. Покупал себе какой-то золотой этот. У него шмот. И он пропал, сейчас его что-то нет. Я что-то на него офигел. Я, кстати, вообще забыл и пароль, и логин. С первого раза ввел, просто предположил, который может быть. Угадал, я охерел. У меня этот стоит, как вводится сам. Поставил там галочку.
когда в игру заходит. Ну, у меня тоже, я просто смайт удалял же, чтобы память была. Я тогда не играл уже, что-то перестал. Да ё, мне ничего не понравилось, сначала не зашла. А сейчас что-то захотелось. Вчера за локи разгибал, там столько киллов сделал, просто. За локи вообще изи играть. Ты только зевсом вперед не лезь, там издалека покидывай вот этот двойку и потом единицу в нее. И тройкой убивай. Он такой, он может всю пати перебить на самом деле. Он молнию раскинул на всех тройкой этот стукнул и все. Я вчера за локи играл против очень слабого зевса. Но он мне ничего не мог сделать. Может, я нормально отыграл за локи? Я тут инвиз ухожу, что он меня даже на дамаж не смог. Вообще в меня не попадал. Я просто его убивал за секунду. Смотри, допустим, ты за локи в инвиз уходишь. Бежишь зевса бить. Зевс кидает под себя тарелку, в тарелку молнию. Молния в любом случае под тебя попадет через тарелку, и тройка тебя может убить. Хорошо, откуда он поймет, что я тут? Откуда он поймет, что я тут? А ему не нужно понимать, он просто под себя кидает и ждет, пока ты подойдешь. Ну не знаю, по крайней мере, он... Может автоматической атакой пострелять по этой тарелке, подождать, пока дамаг будет виден по тебе, и потом молнией и тройкой и убить. Ну, он что-то не делал ничего, он только когда я на него нападал, ульт под себя кинул, и все, я успел убежать. Единственное, что он делал. Он просто кидал под себя ульт, когда видел, что я к нему подхожу. Ну и вот не спасал, я кидал третий, один раз в спину и четвертый, и все, и падал. Ну да, он может и спикрил по Зевсу на самом деле от Локи, потому что там дамаг такой. Ну, я максил в основном третий. Потому что я просто подходил в инвизе с третьего и помогал команде, я там с одного с двух ударов любого убивал. Я просто еще. Я фармил две линии и лес. Поэтому, наверное, у меня много золота было. Там, кстати, квесты у тебя должны быть ежедневные. Вернее, не ежедневные, а акционные внизу, когда нажимаешь на восклицательный знак. Там будет у тебя на халявные гемы. Тот типа платина, которые тут. Я что-то такое видел, да. Ой, слушай, а что это мне дали? Какой-то разряд молнии. Это что такое? Это не разряд вор... Что это? А, облик варда, разряд молнии. Угу. Понял? Ну, это что, вард можно ставить, да? Я только вчера вспомнил, что здесь можно варды ставить. Ну, по-моему, мне самый нормальный выпуск вам. Есть более нормальных, я не вижу. Не, ну есть ничего такие. Такое. Вот чернобог какой-то. Я его не видел. Его нового, что ли, добавили? Пачку. Да, чернобог новый. Этот новый, как он называется. Вот суббота вот этот. Вот новый. Я его не буду брать. Я сейчас возьму какого-нибудь стражика, наверное. Угу. Барон, суббота, да. А чё, чернобог нормальный? И суббота, ты играл за них? Ну, суббота он более такой контроллер, а чернобог он скилловой такой. Ну, интересные они или такое? Тебе как, понравились? Ну, за них играть нужно уметь, на самом деле. Они такие сложноватые. Тот и тот, в принципе. Да. Блин, сколько скинов на Зевса, я просто херею. У меня он такой какой-то некрасивый, в платье, надо скинь его купить, короче. Блин, а как покупать эксклюзивные скины? Вот у тебя какой-то есть? Ух ты, это что за... За платину покупаешь просто, и всё. Эксклюзивные скины? Угу. Я хочу на Локи купить скин, я тебе потом покажу. Я и жир вам взять, у нас, в принципе, дамага много. Давай возьму жир, буду впереди бегать. У нас и Локи, и Чернобог, ну, Артио это разве жир? Артио это жир? Ну, это танк, да. Так, а Зевс это кто? Дамагер, прокастер, кто он? Зевс это маг. Ну, такой прям... Плохой дамагер. Ну, за него весь геймплей в чё, сзади и поддавать дамагу, да? Угу. Да, ему убивать хорошо, на самом деле. Кидаешь щиток через щиток молнии и потом тройкой сразу. Только смотри, там некоторые могут прожимать неуязвимость. Иногда бывает, приходится подождать. Ну что, в каких случаях мне кидать ульту? В каких случаях мне ульту кидать? Да ульта, она особо не дамажит, ты ее чисто кидаешь, знаешь, как
чтобы настакать тройку. Кидаешь тройку, вернее, ульту. Она, допустим, три раза ударяет по врагам, и тройку стакаешь, и все, и там дамаг неплохой уходит. У тебя основной скилл это тройка. Стой, подожди, я сохранил или нет? У меня само должно закупаться или что? Ты если автозакуп поставил, то само. Не, я вроде не ставил. Подожди, так. И чего у меня тут нет прокачивается? Какой мне первый прокачивать, что за бред? И скиллы у тебя не поставились? Нет, ну я вроде нажал сохранить. Подожди секунду, я сейчас приду. Сейчас мне еще панкод замолчал. Так, я тут. Они меня должны сами же прокачивать скиллы, да? Ну, если ты сделал, то да. Я на базу. Стой, подожди, что-то я не понял. И чё, я кидаю щиток этот, да? Кидаешь щит, щит первый, и потом тройкой добиваешь. Щит? В него первый. И там проходит какой-то урон по ним по всем. Да, то есть он вешается на сердце. А, я вижу. И получается, по кому я нанес урон, третий. Все, я понял. Кстати, мне нравится, как Нейт летает. Не понял. Так, все побежали помогать. An enemy has been slain. Be right back. This will complement my kilt. Старайся по щитку молнии херачить свои первые. Я стараюсь. А мне когда на них ульт кидать? Когда они в кучке там будут примерно, да? Ну да. Чтобы атаковать, допустим, или видишь кого-то из наших тут мало. Вот сейчас нормально. Да, сейчас тоже нормально было. Да. И блин, я помню, что она артил твоя с медведем связан, что-то не мог вспомнить. Ты про мой щиток? Про мой щиток? Да не, это я про то, что кто-то скричал уходить, типа отсюда. Так мне ловко побегает, я понимаю, около базы нужно дойти, походу. Ха-ха!
Какой-то у тебя там еще лучник любимый был, я помню. Кто-то лучник, нет, там такие там. Нормально. Ну, который у меня не пицо. Ура, я одного зевса убил. У-ху! Хоть получилось. Кого-то ложка, наверное. Думает, лох играет. А я тут профессионал играет. У тебя должно быть комбо. То есть кидаешь вторую, потом по ней первую и третью добиваешь. Я так постоянно делаю. Да. Блин, я хотел его, почти убил его, алё, что за дела? Застили, чернобог застили, ну вот. Ты, знаешь, ха! Теперь я застилил, нормально. Вот. Господи, а чё за пауки такие, не понял. Это чё такое? Боже мой. Слушай, чё здесь за пауки такие? А это этот кидает же. Артио. Фу, не Артио, а вот за кто за мной сейчас бежит. Паучиха. Арахна, по-моему, зовут. Кидает этот, как она, сетку вот эту с пауками. А когда в нее заходишь, с нее прыгают пауки и начинают дамажить. Бред. О, Агнес прокастает. Вообще нормально, ему больше половины хп отъехало. Mm-hmm. Вот этот щиток, первый, третий. Нормально. Ну где все-то, а? Сраные дынеты, дынеты побежали. О, фига там, видел, да? Я даже не знал, что у меня такой урон. Вот так я второй, первый кинул, третий, он сразу упал. По мобам только не кидает. Так, по мобам вот мобов видишь, что идут, кидай единицу, она быстро регенится. А потом подожди некоторое время, единица отрегенится, двойку, единицу и тройку. Блин, эти пауки, они просто... Я чуть такую пауки не убили. Я жизнь не убежал. Бред. Спас. Я думал, что... Они же стопят эту хрень, да? Нет, это не стопят. Жалко. А то я кину. Надамажат только. Ну, блин. Я зато дамажил, пофигу. Убили зато. Мы выигрываем же вроде. Поэтому... Да, как сказал. Так отчаянно за мной бежит. Застанете ее, что ли? Надо было все-таки уйти. Ну блин, я третий. Я думал, все-таки Локи что-то сделает, но потом... Он бесполезный.
Да ладно, что? Блин, я Берлон убил. Не успел. Вот видишь, я ее бил, у него ло хп осталось. Прохожая Нейт. Давай, я ульт кидаю туда. Давай. О, минус 3, слышь? Видишь? Ты говоришь, удачи, я там прокастанул и минус 3 сделал. Ульт, второй, первый, третий, и все. Там минус 3 сразу упали. Причем двоих я убил, которые уже на базу забежали, с третьего просто. Это жесткий перс вообще. Вообще жесть, минус 3 просто с прокаста. Мне кажется, они горят. Я немножко понял, как за него играет. Сейчас руку набью немножко, и все равно. Значит, если там третий есть, первого, второго нет, то можно... Так, а у него лоу хп, то можно, в принципе, и рукой ударить, и потом третий. Блин, ну дамаг, конечно, жесткий вообще. С тобой другой Зевс бежит. Да, я поэтому за столбом и спрятался, я знал, что не дамаг. Сейчас под ультом зайдем. О, зашел под ультом. Так, надо этого убить. Ой. Я просто случайно куда-то кинул тычку обычную, даже не скил, просто стрельнул туда в моб, попал в человека и убил его. Просто и не нравится. Оно так и убивается. О, 8 на 2 счет, я так еще не играл. Все, я был. Если хочешь, в принципе, я тебя научу так же играть, тащить. Это сарказм, ты чё? Я первый раз не играю вообще. Я верю, что у меня тысячу раз играет, а так? Шучу. Иди отсюда, иди! О! Гналась за мной, я под себя ульт кинул. Она, короче, бежала, бежала, третий, все упала. Блин, это вообще жестко. Его убить нереально, если он нормально отыгрывает за него. Да вообще, за меня Келли вот бежит, я просто ульт подседаю, третий, все, он упал. Это жестко, жестко. Тебе вообще нравится танк сыграть? По-моему, они какие-то вообще неинтересные. За танк. Приходится. Ты играешь ради благополучия команды? Я понял, что. Не, ну это изи, ну, если сыграть, это такое. 11-2, просто изи, не почувствовал. Может, они просто лохи, или я просто профессионал.
Мне какую-то фигню дали, супер настроение. Это что такое? Еще какое-то господство, что там? Ачивки это что ли? Mm-hmm. Или что? У тебя все ачивки есть? Ну, я даже не знаю, сколько у меня есть. Ну, какое-то высокое напряжение мне дали. Ну что, ты больше не пойдешь, да? Мне походу собираться. Чуть позже я буду в сети. Ну давай тогда есть, что ты мне там. О, сундук загадка. Качай Warframe, дали... попробуй, там сюжетка неплохая на самом деле. Сейчас я посмотрю, подожди, я хочу посмотреть кое-что. Вот где Discord, вот. Куда ты мне кинул там ссылку? Это на регистрацию, вот. Я с Твича только увижу. Я только с Твича вижу, больше не вижу. Ну ты в текст смотрел. Там Twitch именно видео. Есть в голосовом чате есть текст написано прям.